Всем привет! Второй день мы занимаемся покраской и сварочными работами. Оля у нас красит. Вот такая у меня получилась конструкция. Почти покрасила уже. Переходим. Дальше. Вот она какая рукодельница. А то, вот такая я. Хвалите меня, хвалите. Артем, бассейн помыл. Сегодня молодец. Будем заливать водой бассейн. Молодец, он помыл. Я сказала, давайте помогу, что он нет, баба, я сам. Я говорю, ух ты, ух ты. Там сейчас солнышко с той стороны навеса. Я перехожу на эту сторону. Вот я уже приварил вот такую одну перекладину. Сейчас буду крепить вот к стенке один профиль. И вот здесь сейчас сделаю каркас. А потом все зашьем поликарбонатом. Да. Сейчас кину шлангу, чтобы набиралась вода в бассейн. А ты сказал, там будешь заделать. Сейчас залезу, проверю все. Все швы герметика. Артем сказал позвать, он вот будет в Санкт-Петербурге. Да? Да. Вон Дима ходит, улиток собирает. Димочка, картиночка. Улиток собирает. Димасик. Ящериц видал? Ящериц? Нет, не видал, там улиток говорит. Ящериц полно. Где? Да везде. Ящериц везде полно. Сейчас вот только зеленая вот такая пробежала, вот. Зеленая-зеленая, красивая, прям как это, сказку видал про... Так что я продолжаем делать навес. Я ему говорю, давай загорать, он не хочет футболку снимать. Потом я вот эту сторону заделаю. Да. И прикрутим поликарбонат. И займемся летним душем. Еще у нас железа много. Плиточка. О, загорай, а ты что ходишь, как этот? Ну все, продолжаем. Настя с Димой куда-то пропали. Куда пропали? Что тут делаете? Что-то там творят. Что вы тут творите? У нас есть идея. Что, не... идея. А, идея? Да. Ну-ка расскажите про идею. Что есть за идея? Мы любим рисовать. А, Насте мешает пластины и поставили. Поэтому она так говорит. А вот у нас переводчик, да, Дим, будешь переводить? Что она говорит? Мы любим рисовать. И вот у нас появилась идея. У нас появилась идея. А. Можно рисовать на улице. На свежем воздухе. Да, но ты любишь рисовать, да? Ты красиво рисуешь. Тебе надо в художественную школу. Пошли, Настя. Мы покажем, что мы там сделали. А, вы покажете? А вы что, еще где-то что-то сделали? Угу. Да? Ну, пошлите. Посмотрим. Вы как выездная художественная школа, что ли? Да, Дим? Ну, пошлите, посмотрим. Что вы там сделали? Деда крутится у нас. А мы ходим, балдеем. Что там у них какая-то идея? Там я пойду посмотрю. Сейчас что-то там они там придумали. Ой, солнце вообще сегодня. Классное. Так идея, жара такая, Настя. А, вы в тенечке хотите идею сделать. Вот она. А, все, поняла. Ваши задумки. Вы хотите тут столик поставить? О, прекрасно тут вообще. Вы как в лесу будете, да? Супер. Елки вокруг вас, елочки. Ой, обалдеть. А зонтик зачем? Чтобы какашки птичкины не падали. Да? Вот. Что? Дим, брось эту. А, первый раз? Дим, брось зонтик. Не, надо вверх поднимать, да. Вот, молодцы. Так, все, теперь... Настя, вот, наверное, с этой стороны надо. Настя, не с этой, вот, с... вот отсюда, Настя. Настя, неправильно. Давайте помогу.
Дим, держи вот эту сторону. Вот эту вверху. Вот так. Раз. И все. Ставьте. Выпрямляйте. А тихонечко. Да-да-да-да-да. Давайте я вам помогу. Вот так ногу. Все. И там ставьте ногу. О, краса. Ну, помоете. Вот на этой стороне. Настя, там на эту попала. На. Ну все, зонтик примерьте. Че зонтик? Ну вы установите, ровненько получится. Вы просто, Дим, просто вот неправильно поставили на ровность. Видишь, вы на это поставили, маленько на возвышенность. Его вдвоем надо подвинуть туда, Настя. Вдвоем с Димой. Настя, держи, развалится. Настя, вот развалится сейчас. Ну все, сейчас установите. Ну-ка, зонтик. Да-да-да. Ну, хорошее. Ну, чтоб птички не накакали вам на голову. Что, помочь вам? Да. Ну, все. Все, Настя, сильно не надо глубоко. Повыше. Вот так, зажимай. Все, ставь. Надо быть в землю, наверное, воткнуть его, да? Ну, он не улетит, в принципе, здесь нету. О, прикольно. Сейчас я вам там ямку сделать вон внизу. И он будет прямо стоять в ямку, да? Ой, красота какая у вас получится. Ну, все, вам надо столик помыть сейчас. Вот, молодец, специалист у меня. Вот, Дима. Лопаткой, может, Дим, маленькой. Ты сделал? Что, будет ровно стоять? Надо воткнуть тогда, Настя. Туда, прямо. За низ, Настя, за низ. Настя, за низ сейчас ты провалишь. Все. Все, ямку, а теперь... А ямка-то не ровная, она криво будет. Ну-ка, вот в ямку, где Дима сделал. Смотрите, вот. Он Дима же сделал ямку. Дим, поставь туда зонтик. А, ну, просто стол надо будет подвинуть, и все. Вот так. Вот, для ровности. О, молодец. О, молодец, Димас. Настя, подальше надо, мне кажется. Прям подальше. Да, там одна ножка это. Все, Настя, все. Ну все, сейчас выровняйте, все помоете, да, и будете рисовать, да? Ну, давайте. Ну, вообще получилось прикольно. Зонтик все выровнится. Хорошо. Классно вы придумали. Молодцы. Художественная школа открыта, да? Учеников будете набирать? Кто директор? Кто директор? А? Хозяин я. Почему хозяин? Дима, а ты кто? А ты учитель, да? Аниме будешь учить, да? Как это, рисовать, да? Будешь учить? Ну, все нормально. Ну, все, теперь давайте мойте, вытирайте. И рисовать. Вот как раз загорать надо. Вот они. Рисуночки рисуют. Рисуночки рисуют. Что, дед? Что, я смеялась? Дед лестницу несет там, а там у него на лестнице молоток привязан. Это сварочник. Он несет, несет сварочек. А это молоток раскачался ему, как даст глаз. Че вы у меня тут рисуете? Молодцы. Не знаю, что рисовать. Не знаешь, что рисовать? Что за машина у тебя? Мерседес. Мерседес? Как BMW лучше, но Мерседес. Ну, молодцы. Настя, что там, динозаврика рисует? Динозаврики. Может, вы попрятались в Африке. Это дракон. А, дракончик. Только без крыльев. У тебя мерсик. Но ты не спеши потихоньку. Ты тоже спрессовываешь? Молодец. Вообще художники. Художники на выезде. Молодцы. Вот они в каком лесочке сидят. А все... Ой. Ой-ой. Елочка в глаз. А что там Артем делает? А в чем, я не знаю. Телефончик. А может, еще спит.
Вот какой у них тут лесок. Прекрасный. Прелестный. Траву покосили, опять косить надо. Чтобы она была. Красота эта. Вот у нас тут придомовая такая, такой лесочек. Красивый. Прекрасный, красивый. Вот вишенька поспевает уже. Вам сорвать вишеньки? Ой, она еще кисловатая. Ну, вся усыпанная. На солнышке как-то показать. На солнышке она поспела. Ну и то нет еще. Еще не поспела. Вот они еще. Висят. Не поспевшие. Но много. Прям много-много-много. Пойду детям дам чуть-чуть. Детишкам. Детишкам, детишкам. Вот они красоты. Красавцы. Надо тут вот здесь между деревьев посадить. Там у нас виноград есть же. Чтобы он тут загораживал, да, эту площадочку. Нате вам. Вишеньки. Ну, я не знаю, они, по-моему, еще не совсем поспели. Настя, Нать, пробуйте. Это друг Пикачу. А, друг Пикачу? Да. А-а-а. Ну, пробуйте. Вкусно? Но она еще не поспела. А я буду кушать. А, ну тебе так. Ты внутрь возьми. Ты внутрь возьми. А тебе скобы помешают. Да ты там без косточки же ешь, но... Ты возьми ее так и прогласи. Че, Дим? Кисловатая, да? Мне. Сейчас. Без косточки сниму. А, кошечка быстро снимается. Вкусно? Ну, наешься, да? Дома-то еще нет, ничего не поспевает. Ты тут уже наешься. Вишенька. Ну, еще это еще не самое. Не сильно сладкая, да, она еще? Красная просто. Надо черешни попробовать. Черешня уже некоторая поспела, потому что есть первая черешня. Ну все, рисуйте. Я пошла красить. Там деду уже, оказывается, все сделал. А вы будете балдеть, да?